Осталось 7 дней. Осталось 6 дней. 4 дня. Осталось 3 дня. Осталось всего 2 дня. Остался один день. День Икс настал. Едем в аэропорт и полетели. Да, вроде кажется так легко, мы такие телепортировались, но на самом деле, друзья, нет, мы сейчас в Турции. И самое, что интересное, наше приключение было не такое простое. Я предлагаю вам сейчас погрузиться в наш путь и посмотреть выпуск. Присаживайтесь поудобнее, погнали. Так, очень быстренько готовим завтрак, решили приготовить манку. Вот, сейчас по-быстрому завтракаем, и все, и будем двигаться. У нас уже через 45 минут подъедет, друзья, трансфер. Я вчера заморочился, нашел нам минивэн в Краснодаре. Чувак сказал цену в 1200 рублей. Я такой думаю, о, ништяк. А вообще мне заряжали 2500 и 3000 довезти до аэропорта. Вот, нашелся, надеюсь, что приедет. Но у нас есть запасной план, если вдруг он не приедет, мы быстро заказываем такси и едем в две машины. Так, походу подъезжает вот этот вот наш аппарат. Все, мы собрались, вообще не выспались. Вообще просто какая-то сумасшедшая усталость. Чемоданы стоят, как все это тащить, непонятно. Все собрались. Короче, форс-мажор на форс-мажоре. Вчера еще кроссовки Родиону постирали. Они просто не высохли, поэтому он надел более-менее, которые только Артемкины. Все, начинаю вытаскивать чемоданы. Блин. Я, конечно, вообще не представляю, безумно сложна вся эта тема. Я как-то в какой-то сейчас момент понимаю людей, которые, ну, типа, не хотят с детками никуда лететь, потому что это очень сильно выматывает. Ладно. Ну да, это вот наш трансфер, на нем и поедем, уже грузимся. Так, да, все, мы погрузились. Вот так вот Настенька с Мироном, вот так вот мы с пацанами. Просто жесть, прикиньте, едем. Я вспоминаю, что я забыл зарядку от компьютера. Едем, думаем, да ладно, хрен с ней. Типа там новую купим, потом вспоминаю, что я оставил ее в розетке. Что-то так подумали. Не дай бог, коротнет и будет задница. В итоге развернулись, поехали обратно. Водила сейчас там на дороге припарковал, я бегу домой за зарядкой. Блять, просто жесть. Забрал. Пока это лестница бежал, поднимался, в итоге прибежал, сразу лифт вызвал. Фу. Я не знаю, это прям сложно, вся эта история. Детки отвлекают, с мыслями четко собраться не можешь, и вот так вот получается. Ты что, теперь делаем дубль 2, ехать нам минут 50. Там еще и пробка. Ну, посмотрим. Вот мы и на месте. Так, все, вот мы нашли терминал. Международные рейсы. Вылет. Погнали, заходим. Регистрация, пойдем. Смотрите, наша регистрация началась. Первый рейс 11:30 вылет. 26-27 окошко, так понимаю. Ребята, мы прошли, значит, на регистрацию. Вот тут наш рейс, 26-27 окошко. Здесь еще такой интересный стенд есть, покажу вам. Запрещенные предметы. Вот у нас как раз есть градусник, в портфеле у меня в технике лежит. Сейчас мы его вытащим. Нам сказали уже переложить. И заодно обмотаем чемоданы в пленку. Упаковываем чемоданы. Вот. По цене 700 рублей штука, то есть 1400 нам обойдется. Два наших чемодана. Все, погнали. Вот так это делается. Ну, по мне так лучше упаковать, чем где-то его швырнут, еще что-нибудь разобьется, разлетится.
Да, Настя? Лучше упаковать, да? Конечно, лучше упаковать. Вообще, как из лайфхака, можете просто с собой взять стретч-пленку. Я просто не успел купить. Вот. Соответственно, просто покупайте стретч-пленку, сюда приезжаете, здесь сами оборачиваете, все. Мы так обычно делали. А, ну вот, нормально, да? Проходим. Так, первый готов. Этот у нас 16 килограмм. А этот вообще в аккурат. 19 800. Я надеюсь, все будет нормально. Ковали, значит, на второй чемодан и дали вот такой вот еще ножик, чтобы когда прилетим, вот так засовываем и открываем. Ну вот это, конечно, как бонус прикольно. За 1500 рубля. 1400 отдали за чемодан. Устали все. Так, друзья мои. Все, мы все прошли, нам дали посадочные талоны. Сейчас мы идем, значит, ну вот, мы идем на паспортный контроль. Там я снимать ничего не буду. Вот, багаж сдали, все приняли, все, погнали. Ну что, все, мы прошли. Попадаем в дьюти-фри, вот так вот, все. Ура. Слушайте, это было не просто, потому что дети, потому что долго, и мы вот прям... Сколько мы минут, наверное? 10-15, да, проходили? А, ну да, если относительно Москвы, очень-очень классно. Да. В Москве капец как долго, очереди и так далее и тому подобное. Здесь прям зашли, как бы относительно Москвы быстро, но в целом с детьми долго. Уже все прошли, а мы не прошли. Да, есть комната матери ребенка. Вот так вот, можно здесь ребеночка переодеть. Купили воду за 150 рублей и чупа-чупсы по 50 рублей. Обалдеть, ценники в дьюти-фри. Вот так вот выглядит здесь зал ожидания. Так вот, где-то отсюда будем выходить и идти, наверное, к самолету. Но классно, что сегодня очень солнечная погода. Вот стоят, значит, самолетики. Такой интересный здесь аэропорт, все так на виду, на уровне земли, да? Привыкли в Москве, что высоко всегда. И вот в ходу стоит наш Пегас. Скорее всего, на нем и полетим. Мы, короче, пока ехали в этом автобусе, мы еще сделали, как они называются? Хэс-коды. Хэс-коды. Если вдруг вы не сделали, короче, для чего это нужно? Для того, чтобы путешествовать по Стамбулу. Но в турецкий рейс могут без него не пустить. Поэтому мне и Настеньке сделали. Просто загуглите, что это такое. А если вы даже летите и вдруг не сделали, то на стойке регистрации есть информация, как его сделать. И когда регистрируетесь, просто делайте хэс-код это и со спокойной душой уже отправляетесь в Турцию. Вот такие дела. Сидим, ждем. Мирон, слава богу, спит. Пацаны вроде тоже нормально. Вот. Сюда заходили. Тут сидит уже колонна бабулек. У нас так зыркнули уже, что трое детей, и ни у кого детей нет, только у нас. А, ну еще есть там тоже одну постарше девочка, может, как Артем. Вот, и все, так-то детей нету. Так что вся надежда на наша. Я, короче, сходил, нарулил еще воду. Держите, без газа. Еще 100 рублей. Тут все по 100. А там 100 рублей-то? Вода, 150. За 150? Да, ну там же лимончик добавили. Вообще угарно. Все, короче, люди просто ждут пока. Квасят. А потом пивас бухают, а потом, видимо, в самолет мы сядем, они будут создавать очередь в туалет. Так, смотрите, друзья, подъехал нам автобус МАЗ, Мазурик. Вот, скорее всего, нас сейчас уже пригласят, потому что у нас уже окончание посадки в 11:10, а время 10:53. Вот так вот сидим, все ждем. Ну все, короче, мы пошли проходить, тут уже вот девушка пришла, сейчас будем... туда в автобус попадать. Пойдем, пацаны, несем. Так, ну все, залетаем в автобус, вон пацаны бегут, Настенька идет. Упс, идите сюда, сюда идите. Ну вот сюда, давай, возле дверей. На самолет сейчас поедем. Так, еще один шаг преодолен. Вроде здесь все нормально. Счастливого пути пожелали. Сейчас повезут нас к самолету. Не знаю, сейчас забьется автобус. Но, в принципе, как я так увидел, людей-то немного. Я даже еще вчера смотрел специально билеты, короче, на самолет. И были еще свободные места прямо на этот же рейс. Держите, держите, все, он сейчас тронется. Все начинается.
начинаем движение к самолету. Ну да, я как и думал, что на этом самолете мы и полетим, а следующий, вот Победа как раз прилетел. Вот сейчас люди оттуда выгружаются, и новые будут выгружаться. Вот видите, flypegas.com. Такой маленький, конечно, не это. Аэробус А320, вот так вот. Все, пошлите грузиться. Мы решили прям самый последний выходить, чтобы, как говорится, ничего не мешало. Давай, я возьму. Вот столько людей. Я посмотрел, сейчас скажу. Все. Вот в Краснодаре хоть и солнышко светит, но смотрите, какой пар идет. Солнышко провожает, но прохладно очень. Но мы налегке все-таки в тепло едем. Коляску сдали, вон она пошла. И заходим по трапу, все дружно. Красота. Здравствуйте. Вот эту маску, пожалуйста. Если знаете свои места, можете пройти. У вас будет 8А. 8C, 8D. В основном ряд будут в правую сторону. Пожалуйста. Спасибо. Все. Еще два. Так, один, два, три, четыре. Ну, как я и говорил, у нас еще полупустой самолет. Вот сюда садитесь, да? Я думал, что это все, но нет, люди еще идут. Открывают наши шкафчики. Она себе там с Мирончиком. Arka bölümde yer alın. Tehlike anında çıkış yönünüzü belirleyecek olan ışıklar kapı üzerlerinde. Вообще ничего не понятно. Ну тупо по жестам можно понять, да? Ну что находится? Пацанам взяли чупа-чупсы, чтобы на взлете не закладывало уши. Прошли, короче, проверили ремни. Мирону дали дополнительный ремень, но это естественно. Вот, ну все, начинаем сейчас разгоняться. Пассажиры, в скором времени мы начнем наш сервис Pegasus Cafe.
меню доступно обязательно карманом. И может оплачивать на курс самолета. Может получить по 15 евро сегодня. Есть сандвичи в еда. Меню, которое я вообще не понимаю, что здесь написано. Ну, если понимаете, вот по ценам сориентируйтесь. Попытался рассчитаться картой. Не получилось, другой картой не получилось. Дал 100 долларов, не принимают. Дал мелкие русские деньги, не принимают. Ну, короче, вот так осталось воды, пить нечего. Тёмка очень рад этому, да? Странная авиакомпания, конечно. Короче, у нас Родион решил все свое хозяйство внутреннее, Мирон, оставить в самолет. И в итоге вот сейчас сделал дела, мы его быстренько переодели. Я, кстати, нарулил воду, вот. Я подошел к этому стюарту и говорю, типа, нам вообще нужна вода позарез. И он нам налил водичку попить. Вот, навык договариваться. Короче, самолет начал снижение, и прикольный капитан такой говорит, самолет типа идет на посадку, ну такой на ломаном русском, а сколько осталось, нисколько не осталось. Мы, короче, все как давай угорать под этой темой, прикольно. Все, сейчас вам покажу турецкие горы, мы над ними сейчас летим. Самолет дал угла. Сейчас с той камеры покажу. Очень красиво. Все, море, все видно. Мы когда шли на взлет, Мирончик немножко начал капризничать, и вот сейчас идем на посадку, тоже чуть-чуть буквально вот капризничает, но в целом пока нормально. Сейчас приземлимся, уже подробно расскажу. Родиончик у нас все проспал, а Мирончик вообще красавчик. Так что не бойтесь летать с детьми, вообще путешествовать в салон. Красота. Ну все, мы на теплой земле. Na turecken походу. Cep telefonlarınızı şu andan itibaren kullanabilirsiniz. В общем, мы решили выходить последние, вот. И самолет нам, конечно, я уверен, что очень сильно рад, потому что Мирончик у нас еще красавчик. Пацаны красавчики. Не-не-не, бери в руку, да ты чего? Вот так вот, бах-бах, нет, уже нельзя. Все, ничего не забыли, выходим. До свидания. Вот такой вот трап, друзья, нас встречает уже наша колясочка. Красота. Шикс. Вот так вот. Welcome, Турция. Вообще никого уже нету, все уже ушли. Мы идем последние. Тёмка хнычет. Играл в планшет, а в туалет, как всегда, забыл сходить. В итоге нам уже идем на посадку, уже никуда нельзя вставать. И Тёма, он страдает.
И какой, друзья, кайф совершать посадку не в какой-то там Домодедово, а вот в такую шикарнейшую природу. Так, и куда нам? Так, куда-то нам. Ладно, сейчас будем разбираться. Все, мы погнали в паспортный контроль, потом все расскажу. Аэропорт вообще пустой на прилет. Прошли вот такому лабиринту, и вот, как вы видите, людей вообще никого нету. Да, только получается наш рейс. Сейчас мы вот так сделаем. Какой кайф, все такие добрые, даже толком ничего не проверили. В паспорта фотографии не сверяли, просто шлепнули печать и все. Тесты тоже ничего не проверяли, вообще ничего. Так, смотрите, здесь, значит, сразу есть поменять деньги, что нам не нужно. Мы взяли с собой $100, нам хватит. Вот такой аэропортик, туалеты на каждом углу, все очень круто, там антисептики и заграждения. Людей очень мало. Duty free, пожалуйста, вашим услугам. Не обтирайте, вы там, пацаны. Вот. Нам осталось сейчас получить багаж. И все, и поедем уже определяться в квартиру. Так, ребята, я, значит, зашел вот так вот в интернет. Смотрите, бесплатное подключение, 30 минут, чтобы найти сейчас быстро, где здесь купить сим-карту и связаться с чуваком, у кого мы снимали квартиру. Сейчас вот быстро подключаюсь. И, ага, черт из два, здесь нужен местная сим-карта нужна. Тогда сейчас пойдем сим-карту искать. Так, мы сняли один чемодан. Вон вообще, конечно, его покромсали. Здесь нам нужна бумага вот этого вот багажа. Не трогай. Блин, а как определять-то? Да, Баранчук Анастасия. Да, это, то есть, наш багаж. Баранчук Анастасия, вот написано. Все, получили два багажа, два чемодана. Фух. В маске, конечно, сложно, вон пацаны помогают. И вот про что я говорю, лучше, конечно, упаковать чемодан, потому что вон его весь расхерачили. Это, конечно, жестко. Пойдем. Вон Настенька кормит Мирона. Все, пойдемте на выход. Сейчас покажу вам, как там на улице дела. Вот еще одно приключение. Вон нам вырвали ручку полностью, прям с корнем, посмотрите. Просто жесть. И хорошо, что мы его запаковали, потому что иначе была бы вообще, конечно, жопа. Я еще, кстати, в обменнике спросил, сколько будет поменять доллары. Если даете $200 и меняете на лиры, то, прикиньте, $1, 9 лир получится. Ну, да, это курс завышенный. Так, все, выходим. Выходим из... Смотрите, здесь очень много всяких... банкоматов. Очень-очень огромное количество. Так, в каком снимать, я не знаю. Возможно, даже мы сейчас снимем. И вот встречающий. Господи, как здесь круто, да? Класс. Так, ребятки, все. Давайте на этом выпуск завершать. Аэропорт Анталии. Будем сейчас передвигаться, как говорится, в следующий выпуск, искать, где снять деньги, такси и так далее и тому подобное. Подписывайтесь на канал обязательно, чтобы ничего не пропустить. Нажимайте на колокольчик и пишите свои комментарии. Все, мы всех обняли. До новых выпусков. Пока.